Красноярском крае живут 3 миллиона человек, и у каждого из них есть полис ОМС. Полис, который обеспечивает право на здоровье, право на бесплатную медицинскую помощь и, что очень важно, на профилактические осмотры у врачей. И теперь у каждого жителя Красноярского края есть свой личный кабинет. Называется он «Личный кабинет здоровья». Как туда попасть? Его адрес прост – web-pacient.ru. Если вы уже зарегистрированы на портале госуслуг, вам достаточно зайти на сайт и ввести логин и пароль от портала госуслуг. Если вы до сих пор не зарегистрированы на портале госуслуг, то вам нужно срочно пройти регистрацию и подтвердить ее в ближайшем центре обслуживания. Адреса центров легко найти в интернете. Госуслуги. Проще, чем кажется.